Просто посмотрите на эту трассу, которая находится прямо над морем. Ну ладно, переходим к обзору, я так думаю. Всем привет, дорогие друзья, подписчики, зрители. Сегодня, как всегда, на связи я, Эдди. И сегодня мы посмотрим два мода, а именно два интерьера. Такие интересные квартиры. Вот первая квартира в этом доме. К сожалению, почему-то пропал маркер. Хотя я помню, когда я его ставил в первый раз, то маркер был. Ну ладно. Просто мы подходим к двери, и мы оказываемся уже здесь. Конечно, сразу лайк за эти фотографии, но посмотрите, как все выглядит. Очень красивые виды на пляж Санта-Мария. Посмотрите, но нету машин. Ну ладно, хорошо. Есть еще одна комната сохранения. То есть можем даже сохраниться вот здесь. И вот еще... А нет, есть машины, я просто не заметил. Вот. Они проезжают, и это окно реальное в живом времени. То есть это не картинка, это очень классно. То есть можем сохраниться, конечно, это прикольно. Но я считаю, было бы круче, если бы автор добавил возможность покупки данного жилья. Согласитесь, было бы намного круче. Ну типа, недвижимость куплена, а так просто уже она у нас есть по дефолту. Но это небольшая придирка. Хорошо, давайте я вам покажу вторую квартиру, которая находится в Сан-Фьеро. Погнали туда. Итак, вот вторая наша квартира находится в этом небоскребе, и давайте зайдем. Конечно, опять нету маркера, но суть в том, что мы просто подходим к этой двери, и мы уже оказываемся внутри. Опять эти картины, и вот здесь уже есть некое такое подобие камина, тут появилась хотя бы кухня, но видно то, что площадь здесь побольше. И просто посмотрите на эти красивые виды. Я очень обожаю такие моды, которые добавляют квартиры и хотя бы такие классные панорамные виды на город, на море. Это очень приятно, как бы и в реальной жизни, а в игре это классно. И вот есть второй этаж, то есть это такой двухэтажный пентхаус или квартира. И вот тут также есть иконка сохранения, красивая такая картинка прям над кроватью. И вот, пожалуйста, открывается прекрасный вид на мост. Вон еще... А нет, а тот мост не видно, да, который красный? Золотой называется он или не золотой мост, я уже не помню. Но, а может, отсюда будет видно? Но нет, только вот этот мост видно. И на этом спасибо, в принципе. Это было два таких мода сегодня. Конечно, еще чел, который ждет нас поиграть в бильярд. Почему бы и нет? Но в целом интерьеры прикольные, по-моему... Даже особо новых объектов не используется, кроме этих картин. Но, конечно, прикольно сделано огонь. То, что они такого добились, это очень необычно, как мне кажется. Такого я раньше не видел. Так что за это отдельный респект. И чтобы тоже выйти, мы подходим к этой двери и уже оказываемся на улице. Вот такой мод, точнее два мода были сегодня. Это две квартиры, одна в Лос-Антосе, другая в Сан-Фьеро. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых встреч. Адьос. Ну и, конечно, хочу сказать спасибо этому человеку за первую подписку на Патреоне. Спасибо, Илья. Это не может не радовать. Если вы желаете поддержать канал, вы можете сделать это на Патреоне, став патроном канала. Ссылка будет в описании.